В Запорожье появится долгожданный 3G. Как сообщил исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот Вадим Гулько, сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины дал согласие на использование частот для запуска 3G в городе. Чиновник пообещал сделать все возможное, чтобы уже завтра мобильные операторы смогли получить необходимые выводы и разрешения на обустройство сети в областном центре, сообщает сайт облгосадминистрации.